Всем привет! С вами Тазуку Фэмили, и мы, наверное, уже скоро будем заканчивать Макс Пейна. Ну, как видно, уже по этому идиоту. Так. Мы должны уже закончить первую часть, чтобы начать проходить первую вторую. Потому что Max Payne 2 это самая лучшая часть из трилогии Max Payne. Что, реально взорвался? Пизда ему? Пиздарики, пришли нарики. А если нарики, тогда пиздарики, да? Слышь ты, что он слишком борзый. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зачем любить, зачем страдать, без всех путей везти. На кладбище. В случае, ребят. Сегодня праздник у девчат, у парней. Сегодня буду смерти. А может будет и другое. Так, и чё дальше? Ага, чё? Чё дальше-то делать? Сюда. Макс, ты должен идти сюда. Твою же мать! Ты должен убивать Макс Пейна. Ты должен убить, убить. Какой серьезный мужчина. Какой серьезный мужчина. У него такой сексуальный проводник. Ломай. Крушить, ломать, все переломать. Подожди, а нам по телефону надо? Вау! Ребятки, давайте жить дружно, как говорил мистер Леопольд. Если ты умный. Куда ты съебал? О нет, для умного парня ты слишком глупо себя ведешь временами. Чё за... Это ты? Всё? Боя. Зазвонил телефон автомат. Да. Макс Пейн. А вам-то что? Это Альфред Одо. Я могу сказать вам имя вашего врага. Приходите в Асгард Билдинг. Мы ждем вас. Страна слепых.
Уоден ждал меня на ступеньках старого муниципального здания. Мистер Пейн, пройдемте внутрь. Всем просто не терпится начать. Всем? Несмотря на всеобщее заблуждение, этот дом на 2 года старше здания мэрии. Это самая старая муниципальная постройка в Бруклине. Да что вы! По пути через темный зал с куполообразным сводом он продолжал изображать гида. Впереди маячили ответы на все мои вопросы. Мистер Пейн, позвольте представить вам моих коллег по малому кругу, как мы его называем. Вы, похоже, насмотрелись секретных материалов. Вы уже ознакомились с файлами по проекту Вальгала. Мы можем восполнить некоторые пробелы в ваших сведениях. Этим проектом мы занимались с самых ранних стадий его разработки. А зачем это нужно вам? Мы бы с большим удовольствием подорвали всю эту плану, но у нас связаны руки. Это Николь Хорн. Она была одним из главных вдохновителей проекта. Когда финансирование проекта остановили, она отказалась завершить исследование. Она прекрасно понимала, что попало ей в руки. Николь Хорн – президент Айзер Корпорейшн. Ей принадлежит больше половины города. Это нужно держать в секрете. Если вы попытаетесь обнародовать эти сведения, мы будем все отрицать. Вы должны избавиться от нее. Тогда мы защитим вас и снимем все обвинения. Эти слова были знаком для отряда наемников. Двери распахнулись, и они влетели в... Шоу было великолепным, но я решил не дожидаться конца. Падать пришлось невысоко, не повезло. Ого. Красивый момент. И куда валить? В подвал? Как нам это пройти? А, понятно. Так, подожди. Воу! Опять сюда взял, пришел. Херня. Это был снайпер или это не был снайпер? На одном из мониторов было видно, что осталось от малого круга. Эй! Внезапно труп Уодена ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось, но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовней. Понятно. Зараза. Прячутся, суки. Найти, прийти, покарать, уебать, расприти. А зачем нам лифтом? Thank you.
упал. Был паршивец и упал. А куда дальше-то? Па-мам-па-мам. Блин, как я обожаю все-таки Макс Пейна. Не знаю, ребят. Может, в этой игре, конечно, есть минусы. Но она настолько ламповая. Настолько тут все офигенно. Так. Няня, даже кусок стены отвалился. Круто же. Ему зончик ничего так качает. Экс-нуглянка, молдаванка, собирала виноград. Может быть, когда-нибудь подлянка, и пришла бы к ней опять. На столе лежала видеокассета. Николь Хорн заставляла малый круг молчать угрозы шантажа. К кассете прилагалась короткая записка на дорогой бумаге. Обычное требование вымогателя. Я вспомнил, как Энди Дон снимала своих клиентов на пленку, которую затем продавала перекупщикам. Я был уверен, что сексуальные причуды Одена были далеко не самым страшным из его грехов. Однако меня не... Не дали дослушать. Оден оставил для меня подарок. Похоже, ничто не способно остановить стремительный взлет Айзер Корпорейшн. Удивительно, но ее акции растут с каждым годом. Эксперты видят в росте компании дурной знак. Некоторые даже утверждают, что Айзер Корпорейшн может стать еще более крупным монополией, чем... А что это такое? Да, план. На плане главное помещение штаб-квартиры Айзер Корпорейшн были обведены красным. Офис президента находился на предпоследнем этаже здания. Лифты находились под управлением компьютера службы безопасности. Небоскреб был защищен от вторжения не хуже какой-нибудь крепости из фантастического романа. Так. Надо делать сохранение на всякий случай. Так. А куда нам топать? Сюда, что ли? Это Макс Пейн. Макс Пейн. Подожди, а кто валит? Кто стрелял? Сверху? Нет. Пристрелить! Утхамырить! А это Макса Пейна. Убивать. Макса Пейн. Понятно. Так. Быстрее! Бо-бо-бо-бом. Бо-бо-бо-бом.
это что за... Готовность, Дельта! Чего, блядь? О-о-о, ребят! А вы, походу... Спят усталые солдаты. А куда? Ой, больно, больно! Больно, начальника! Не бейте нас, пожалуйста! Я и так уже хламать, японо-мать. Не самый лучший фильм. Это «Батч Кэссиди» и «Санданс Кинг». Как он там выходит в конце? Не слышал никогда. Что? Сейчас я вам, блядь, устрою «Батч Кэссиди». Куда ты пошел? Вот зарязи, а. Что за... Так, подожди, то был... А нам вообще нужен первый этаж или нет? Что-то такое. Конференции ресепшн, Library Trade Administration Library. Ясно, короче, администрация, библиотека, туда-сюда. А нам сюда надо? Пиу, пиу, пиу. А можно это разрушить? Чё, блядь? Асгард Бут. Так, короче, идем на второй этаж. My fucking god. Подвальчик. Но я подозреваю, что нам в подвал. Но мы пока сейчас посмотрим, что на втором этаже. Опа-на. Чуваки всякие. Прикольно, музыка. Блин, решает версия этого Макса просто шикарная. Вот смотри, так ты куда пошел? А, сука. Я думал, убежишь, педрила. Месть Макса будет. Страшна. Ага, понятно. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Как играть в монополию? Парам-парам-парам. Как играть в монополию? Парам-парам-парам. Парам-парам-парам. 3 года мне снилась месть. 3 года кошмаров, где я подхожу к ним вплотную, а затем все рушится. Теперь я подошел вплотную и наяву. И я знал имя своего врага. Николь Хорн. Мне было нечего терять. Николь. Ага. Досье, собранное Марлон Клубом, было более чем лучше. Досье? Проект Вальгалла был далеко не единственным объектом их внимания. Здесь были целые ряды шкафов с папками. Это общество существовало годами, постоянно наблюдая из тени за тем, что происходит в мире. Он хотел, чтобы я навел порядок в этом хлеву. В конце концов, за часть этой грязи отвечал я сам. Погнали, чё? Чё? Всякие шкафы перерыты, да? Стоп, а как попасть? Как попасть, алло? Чё за фигня? А чё, ключика нету, что ли, или чё? Стоп, нас закрыли. Ну, допустим. Логично. Логично, слушай, что ты не что-то.
Лёш? Нет? А ты? Схватись за свою жизнь, идет Макс Пейн подарить тебе смерть. Смерть от рук. Ого. Даже патроны видны, нифига себе. Да. Довольно-таки круто. Да вы достали все взрывать. Офигели совсем. А, тут тупички, да? Ох, нихера себе, тут с нас. Ну, мазуфоку. Фига себе, они живущие сэмки, ебашу им похуй. Что нам сюда? Куда вы плотные такие черти, такие оп. Пресс-рум. А что нам в пресс-рум? Нихера себе, что там творить? Нифига себе, со снайперками предлагают мочить их. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. Снайперка, серьезно? Сейчас что, будет какой-то босс-молокосос? Что со снайперки его нужно валить? Да уж. Капец просто. Ну, естественно. Нифига себе, это кто-то валит, вот что ли? На место, однако. Билдинг. Интересное местечко, однако. А, там все-таки вниз. Нифига себе, ребят, вы откуда? Чего, блядь? Обходить? Обходить что? И для чего? А я не хочу туда идти. Бля, почему я должен... Я нифига, я уже запутался в этих местах. Типа, а смысл мне? Вниз идти, в самый низ? Типа, я понимаю, что там игра линейная, но, блядь, подожди-ка. А куда вот эта дверь ведет? Стоп, библиотеку? Так мы ж тут были. Понял. Чё за фигня? Мы ж это назад пошли. Тогда в натуре спускаться надо. Как игра этого просит.
по факту. Так, подожди. Тогда получается вниз. ЦРУ, ФБ, он здесь. Чего? Ага. Даже картинки меняются, офигеть. О, довольно прикольно. Так, подожди-ка. Берите его, пора с этим делом покончить. Они расхуячили эту билдинг. И чё, на выход, что ли, или чё? Тере-тере-тере. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Тере-тере-тере. Блин, почему у меня звук появился, блин? Тю-тю-тю, пока грузит, блин. Мой подход к задаче был не из оригинальных. Да это было и не нужно. Все новое — это хорошо забытое старое. Око за око. Вот главный принцип мести — старый как мир. И все еще действующий. Главное правило, когда охотишься за кем-то и хочешь его убить, это не питать к нему личной неприязни. Впрочем, чаще всего это не получается. Не получилось и у меня. Я провел достаточно времени, скитаясь по заснеженному городу. Спешить было некуда, я знал, что должен делать. Я немало времени потратил на обдумывание всего этого. Наконец, я припарковал очередную угнанную машину у главного входа в здание Айзер Корпорейшн. Выйти и за дело. Для Николь Хорн у меня была припасена пуля с ее именем. Против ее ультрасовременной системы защиты и армии вооруженных до зубов охранников, вполне достаточной, чтобы начать Третью мировую войну. Страха я не чувствовал. Это было ее царство. Изящное и холодное царство стекла и стали. Царство магнитных карточек, металлодетекторов и с видеокамерами на каждом шагу. Холоднее, чем мороз. Холоднее, чем морозильная камера. Холодная, как ствол пистолета. Ага. Ну вот. Это получается, здесь уже будет финалочка. Так. Охрана встает так рано. Если свистнет воробей, он зарядит. Я себе. Русские ребята. Сказать, что я да ну нахуй. А, я тебя подавал. Да бляха. Ебать их тут.
Блять, как замедляшку отключать? Я не ебу, честно. Серьезно? Ну, сейчас я пизды дам тому, кто... Ага, понятно. Да капец, на каждом шагу, блядь, серьезно? Нихуя себе, это что за черт возьми живучий? Ебать, а тут затеряться в этих пенатах можно просто. Охуеть. Охуя себе пенаты. Пенаты, грустные ребята. Почему все так? Ань. Мое имя есть, и ты. Я Макс. Я Максимка. А Максимки любят... по имени называли, понял? Воу. А мы к финалу идем, а мы к финалу придем. Откуда он, блядь, пришел? Нихуя себе. Мы через лазеры должны пройти, чтобы этих тварей убить. Кстати, лазеры, по-моему, жесткие вообще. Что мне сразу это напомнило этого. Чё, блядь? В смысле? Серьезно? А как их проходить-то, блядь? Ты ж лазеры типа не пройдешь. Ладно. Каким-то раком я прошел. Я не знаю, кстати, как-то, ну, проходить без этого. Ну, вы поняли. Короче. Просто, блин, игра затягивается только за счет того, что ты не можешь пройти ебучий лазер. Все. В остальном игра не такая долгая. Вторая, по-моему, не знаю, дольше или так же. Макс, нам пора прекратить встречаться вот так. Скорее будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс Сакс, приступайте. Успокойся, Макс. Ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Да ты и сама не такая. Когда отправил меня убить Пунчинелло, чтобы порвать связи с мафией, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она. Ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Макс! Нет. Прогремел выстрел, и она медленно повалилась на пол. Она была неплохая девушка, совсем не из хладнокровных убийц. И вот теперь кровь медленно плала в ее жилах. Армия Хорн надвигалась на меня, как толпа фанатиков. Нужна помощь! Так, а лифт можно открыть? Когда лифт спустился обратно, моды в нем уже не было. Осталась лужа крови, но тело исчезло. Мой разум еще никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды. Ага. Чего, блядь? Серьезно? Это типа нам надо лазеры таким уебанским способом выполнять? О, блядь, еще и стрелять не буду, серьезно? А, ну тогда понятно, блядь. Я думал...
ебанским способом они придумали это выполнять. Эти лазеры, хуязеры, блять. Пара-пара, пара-пара, пара-пара. Мы Макса Пейна. На-на-на-на. Ну и чё? На-на-на-на-на-на. А я говорю о самых крутых. Там всегда время при перестрелке как бы замедляется. Ты видишь, как пуля летит, а герой от нее уворачивается. Вот было бы классно так научиться. Режим замедления. Вот как это называется. Да, неплохо бы вот так на самом деле. Что за... Ребят, вот так, да, режим? Почти. А ребята с нашего двора. Пока. Так, нам сюда. И что нам делать? А ну вода польется? Да, водичка льется. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис. Пока, мужик. О, нифига себе. Красивенькое место. Так. Тара-тара. Это Макса Пейна. Ну да, уже консультирую. Ага. А что я сделаю? А куда, блин? Без пометок. Был личным псом Хорн. И искал он меня. А чё мы на работе? Я ведь не киллер с ледяным сердцем. Я хороший парень. Я люблю жену, у меня двое мальчишек. И я ими горжусь. Просто приходится зарабатывать на жизнь. И то, что я время от времени кого-нибудь убиваю, так это моя работа. С 9 до 5, как у всех. Ну, насчет с 9 до 5 я не уверен. Но я тебя понял. Убейте его! Убейте этого ублюдка! Добавные диалоги тут бывают. О! Это же то место. Что за херня? Тут, по-моему, сервера надо разбирать. Я вот не знаю, точно это или нет, или нет. По-моему, последний сервер. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до места и подняться наверх. Это лифт открылся, что ли? Ну поебашили, чё? Открылся, так открылся, чё? Нам-то чё? Мы идем. К финалу. К финалочке идем. Давайте уже побыстрее, ребятушки. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. А я что делаю? Я уже в процессе, Макс. Ты чё? Ну? Алло.
сигнальный компьютер Хорна был включен. Что было включено? Рядом с принтером лежала пачка дорогой бумаги. Если взломать этот компьютер, можно найти массу преступных планов, стратегий по мировому господству, доносов от разведчиков на вертолете, нелегальных записей телефонных разговоров, ссылок на порно-сайты. Меня это мало интересовало. Я видел не так много, но мне хватило. Ха. Ну, давай второй монитор. Для пущей бдительности. А куда дальше-то пиздовать? Сюда? Здорово. Ну что? Ага, вертолет куда-то полетел. А чё, куда? Что-то я... А! Боли, страдания, глава. На-на-на. Валькирия. Это, кажется, дева с белыми крыльями, которые провожают воинов в уготованный им рай. В реальности это оказался билет в ад. Этот наркотик пробуждал в тебе дьявола. И теперь я искал ее, чтобы убить. Королева подземного мира, захотевшая вознестись поближе к небесам за счет денег, полученных за смерть и страдания. Она не просила, не пыталась меня подкупить. Это своеобразный кодекс чести у убийц. И все это только из-за того, что твоя жена сунула свой нос, куда ее не просили? Мы оба знали, чем это кончится. Полиция приехала, чтобы арестовать меня. Это просто нелепо, что тебе удалось забраться так далеко. Они сейчас появятся, и тебе не жить. Остановите его! Нифига себе поворот. Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима, и это уже случилось. Ты вернешься, ты ничего не сможешь сделать, слышишь? А как уничтожать этих вертолет, оно? А я смогу? А, вот называется это. Макс Фейн, ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь, ты умрешь. И кратеты не будут. Прими свою судьбу, ты умрешь. Здесь. Ага. Как же. Ого. Да. Что за хрен стреляет? Алло. Так, подожди, а что нам делать? Куда валить? Подожди. Не сюда, что ли, а куда? Понял. А что дальше делать? В смысле? А как лифт открыть? Не понял. Что-то я не понял юмора. Что дальше? Тут же типа тут... Что? Да, уж. Вот, о-о-о-о-о!
валим, валим. Ё-моё. Макс Пейн, не будь ребенком, тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Прими неизвестное. Сдавайся. Да-да-да, я уже сдаюсь. Бегу. Блядь, чё это за... А, убили. Блядь. Так, ну нам в лифте ебашить. Это что, блядь? Лифт там ебашит. Чё это сюда вообще, а? Воу. Блядь, сдохните. Чё они такие, блядь, живучие? Нам что, сюда что ли, а там что? Понятно, горы трупов. Ну ладно. Что значит не остановить? Вы превосходите его по всем мыслимым параметрам. Вы лучше подготовлены, лучше вооружены. Вас больше, наконец, вас 20 на одного. Идите и сделайте свое дело. Чего, блядь? Тут же трупы уже были, что за фигня? Или это новый вывес? Да ёб твою мать, ты куда? Кучи случаи, а? Прикольное место. Однако. И чё? А что делать-то? Алло. А. Этот, как его? Ну все. Сейчас бы. А, это. Это она была? Ну да. Вас понял. Пытаюсь приземлиться. Это, похоже, непросто. Ага, вот теперь получается финалочка, да? Так, подожди, а если это финалочка, то... Подожди-ка. Да сдохни, мразь. 45 секунд до взлета. Так, подожди. А как нам? Тридцать секунд до взлета. Да смысл? В смысле я не попаду, блядь, ты чё? Игра, алё. 15 секунд до взлёта. Гонишь, что ли? Взлетаем по команде. 5, 4, 3, 2, 1.
Да ёб твою мать, ну понятно, что я проебался, ну блять, в смысле? Как это проходить? Блять. Где последнее сохранение, ёбаный в рот? Блять, вы серьезно? 7:35. Пиздец просто. Да нахуй иди. Да умри, сука, заебали. Тут реально заебали. Какого хера? Блять. Я чеку, сука, хотел. Да блять. Да сдохни, мразь! Ты тоже, мразь, сдохни, бесите меня, блядь! Где эта хуйня? Сучка, блядь. Так, подожди, я прежде чем ее завалить, хочу сохраниться. Так, подожди. Вот. Блять, дай мне сохраниться, игра заебала. Ну, не ту кнопку нажал. А можно как-то это ролик пропустить, нет? Или мне 3 часа это смотреть? Вас понял. Пытаюсь приземлиться. Это, похоже, непросто. Блять, по 100 раз этот ролик смотреть, ёбаный. Блять, ну логично, что нужно подстрелить. Пиздец. Она на борту. Снимаемся, как только ветер утихнет. Не нравится мне эта антенна. Блять, ну... Убей ты всех сволочей, а? Да, блять, убей! 1 минута до взлета. Понимаю, что 1 минута. Подожди. Попал? Или нихуя? 45 секунд до взлета. И? Подожди. 30 секунд до взлета. И? А чё она не падает, алло? Она ж упасть должна, эта хуетень. 15 секунд до взлета. Злодейская смерть, да? А вот и спецназовцы, да? Эпичный момент. Просто реально эпичный момент, эпичный финал. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории.
Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Максвелл, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз, руки за голову. Поближе к небесам. Ну да. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымок. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. Скажет, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. А где титры? Кредиты. Вот, короче, вот такие дела, ребятки. Прошли мы первого Макс Пейна. Круто, чё? Надеюсь, вам понравилось это прохождение, что мы прошли Макса Пейна. Так что все очень интересно, круто. Так что надеюсь, вам понравилось. Мы вернемся во вторую часть Макса Пейна. Падение, по-моему, Макса Пейна. Вот. Надеюсь, вам игра понравилась. Графическая новелла, модели прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Всем увидимся уже в следующих прохождениях Макса Пейна. Вот. Так что, в принципе, всем спасибо за лайки, за просмотры, за то, что делаете репосты, советуете друзьям, приглашайте тоже новых друзей. Вот. А всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Вот. Мы увидимся уже в следующих частях Макса Пейна. Макс Пейн вернется во второй части. Самой такой тоже одной из лучших частей. Ну, на PlayStation 2, когда она выходила, вторая часть, вот. Ну, а всем всего хорошего, с вами был Казуку Family, всем до встречи, всем добра, уюта и тепла, всем спасибо, всем пока.